Секрет счастливой семейной жизни раскрыли в Самаре. В промышленном районе поздравляли золотых юбиляров. Праздник организовали жители и представители общественных советов микрорайонов. Пары, прожившие в браке полвека, рассказали нашей съемочной группе о том, что значит «долго и счастливо». Они вместе больше полувека. Клавдия Александровна вышла замуж за Валентина Григорьевича, когда ей было 18, а ему 23. В этом году семья Учителевых отметит 56-ю годовщину. Но как зарождались отношения, помнят до сих пор. Я больше, наверное, содействовала, поженились-то. Да. В деревне жили, идем в кино, в клубе же раньше. Он по одной стороне улицы, я по другой. Он настолько был стеснительный, рядом не шли. В клубе рядом не сидели. Нет, мы только когда ночью вышли из клуба, из кино, идем уж тогда вместе домой. Ну, чтобы разводиться, никогда и разговор не был. Нет. Надо выдержку проявить. И, как говорят иногда, хотя это не к месту, может быть, говорят, и уступить тот, который умнее. Ну так, да, так и есть. Уважать и ценить друг друга для них не просто слова. На улице Старозагора 8 пар золотых юбиляров. Всех их чествуют на празднике микрорайона, который посвящен прошедшему дню семьи, любви и верности. Сколько человек в подъезде здороваются между собой? Очень мало. Сколько человек знает, кто живет за стенкой его квартиры или его этажа? Не знаем. И мы хотим, чтобы народ... вывести на улицы. Народ не просто вывести, а народ научить общаться. Вместе общественники не только отмечают праздники, но и занимаются благоустройством территорий. Общественные советы микрорайонов были созданы в Самаре по инициативе главы региона. Всего их 355. Главная задача такой формы работы – приблизить власть к людям, а горожанам – проявить инициативу. Мария Шпакова, Алексей Гриднев, Новости губернии.